Всем привет! Вы снова на канале Wheels for Life. Снова у нас Усть-Каменогорск. И сегодня мы с вами проедем по одному такому длительному маршруту, не совсем центральным улицам. Но я думаю, будет интересно вам посмотреть. Итак, мы с вами начали свой путь с проспекта Независимости Назарбаева-Ленина. Будем его так называть. Проедем, как вы видите, по карте по бульвару Гагарина, далее по Карбышева, Серикбаева, Потанина улицу, свернем на улицу Астана, по улице Астана проедем до Ульбинского моста, проедем под мостом мимо Дворца спорта, по улице Красина и выйдем на улицу Шакарыма, бывшая Ворошилова. Доедем до УК вокзала бывшего Помызы, свернем на Бурова и на этом, на перекрестке с бывшей Пролетарской, сейчас Кабанбай-Батыра, наше видео закончится. Вот такой вот у нас сегодня с вами путь. А мы сейчас уже с вами едем по бульвару Гагарина. Слева стадион «Восток», а прямо бульвар Гагарина. А солнце бьет нам в лицо, поэтому на этой улице у нас будет солнце светить дням в лобовушку. Я напоминаю вам, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди нас ждут новые поездки, новые рассказы о городе. Ну а пока в путь по нашему маршруту, который я уже обозначил. Как я уже сказал, мы начали свой путь с бульвара Гагарина. Сейчас поедем дальше. Пока на светофоре маленько. Короткий светофор. Так, бульвар Гагарина. Летом тут, конечно, красивее выглядит. Посередине когда-то были цветы, правда, в прошлом году их уже не высаживали. Было много слухов, что также уберут среднюю клумбу, как на Уэзово, как на Потанина сделали. И сделают просто по три полосы в каждую сторону. Но пока что не убрали. Пока что не убрали. Может быть, и не уберут. Пускай. Красиво же, когда цветник, если бы он был, была бы красивая зеленая улица. Но пока сейчас зима, естественно, зеленого далеко. Ну а впереди перекресток с улицей Карбышева. Справа, видите, дымит это кафе «Сочи», уже знаменитое, да, в Усть-Каменогорске, где раньше были хорошие шашлыки. Честно говоря, последнее время, мне так кажется, они стали не столь хороши, как раньше это было. Изменились по качеству, так скажем. Ну а мы с вами свернули налево на улицу Карбышева. Вы видели это тоже по карте. У нас улица Карбышева. И сейчас с правой стороны у нас будет пешеходный переход. Подвесной мост на тот самый пляж городской, который всегда был. А сейчас это сделали из этого спортивный парк «Самал». Также у меня, по-моему, где-то было видео про этот парк «Самал». Если не было, то я сниму обязательно. Да, у меня не было видео про парк «Самал». Весной, летом я обязательно сниму. Сделали спортивные площадки, там волейбольная, футбольная, велодром. В общем, огромная стоянка, вы видите, с правой стороны. Сейчас там каток сделали, тоже отдать должное, поставили горки. Сделали каток, эти протоки замерзли. Они повесили фонарики через все протоки, и выровняли лед. И, в общем, такой классный каток получился. Довольно-таки большой и здорово придуман. Потом, ну, пляж, естественно, облагородили. То есть там работа такая большая проведена у нас в парке «Самал» была. И стало таким местом отдыха тоже практически в центре города. Удобно здесь добираться. Летом очень-очень людно там, конечно. Все играют на скейте, катаются, на великах катаются, бегают. Футбол играют, волейбол, баскетбол. В общем, там постоянно все занято. И прямо движ такой замечательный. Ну, мы пока ехали по Карбышеву, приехали на кольцо. Налево это у нас идет улица Виноградова по кольцу. А мы с вами заезжаем на Серикбаева. С правой стороны туда поворот был, это магазин «Ровесник». Серикбаева улица названа в честь ученого Даулета Серикбаева. В его честь переименован
бывший СДИ, сейчас это Восточно-Казахстанский государственный технический университет. По-моему, он уже не государственный стал, могу ошибаться. Но он имени Серикбаева, Даулет Серикбаева. С левой стороны, там вот через комендантку, или как раньше называлась, поганка, бывший пединститут. Сейчас он называется Государственный университет имени Аманжолова, Сарсена Аманжолова. А это вот с правой стороны бывший СДИ или вот ВГКТУ имени Серикбаева. Здесь вот поставили светофор для пешеходов, но он здесь действительно нужен. Порой студентов очень много на остановке, с автобуса передвигаются. Кстати, если вы обратили внимание, с левой стороны там был пустырь. Сейчас сделали такую быстрого питания кафешку. Кстати, очень даже неплохо, почему бы и нет. Почему бы и нет. Вот, поставили забор вокруг Серикбаева университета. А мы с вами выехали на улицу Потанина. Вот она, площадь Потанина. И дальше мы едем по улице Потанина. Уже туда налево была дорога. Это Потанин. Ну и здесь до улицы Астана. Вот эти девятиэтажки на Потанина. Гаражи с правой стороны. Опять нам солнце в лицо светит, но это недолго. Скоро нас ждет перекресток с улицей Солнечная, кстати говоря. Когда-то она называлась, да и сейчас, честно говоря, ее называют улица Солнечная. Прекрасное название, мне кажется. Ей очень даже подходит эта улица. Она действительно солнечная. Солнце здесь светит постоянно. Открытая, просторная такая улица. Большая такая набережная. Ее облагородили. Место прогулок замечательное. Велодорожка. Ну, солнечная. Но ее назвали улица Астана. Переименовали. Но среди людей она так и осталась солнечной. А вот по ней мы сейчас и едем. Когда-то в советское время там вот были магазины «Гастроном». Я даже, честно говоря, не помню уж, как он назывался. Но когда-то он был. Сейчас там сделали ресторан. Ну и что-то еще, кстати говоря, строят. Не знаю что. Но там стройка идет, какое-то заведение. Наверное, еще один ресторан будет. Не знаю. Ну а мы приближаемся к мосту на правой стороне. Вот налево это улица Дзержинского. А направо это мост, который новый построили в створе улиц Дзержинского-Крылова. Он так и называется, посерединке пешеходной. И два моста туда и обратно. Вот мост. У меня на канале есть видео уже, мы по этому мосту неоднократно проезжали, как по улице Дзержинского в прошлом году есть видео. А мы двигаемся с вами дальше, чтобы проехать под мостом, под старым Ульбинским мостом. Да, сделали эти подмостовые проезды, я уже в своем видео об этом говорил. Очень удобное решение, на мой взгляд. Сейчас слева это гостиница Шаня Риви, бывшая общага была фабрики «Рассвет», и ее вот отремонтировали, сделали из нее такой вот отель хороший. Ну а вот он, подмостовой проезд. То есть если раньше можно было только выехать прямо на мост и уехать, то сейчас вот подмостовой проезд. Ульба позволяет, она растекается только раз в году, и то закрывают, ну когда вот вода поднимается, ну буквально на неделю, там дней на 10, и все. Потом вода спадает, и опять свободный проезд с обеих сторон реки, с этой и с той стороны. И это очень удобно. С той стороны по улице Протазанова, бывшая Красных Орлов, можно напрямую проскочить. Здесь, вот видите, мы проскочили под мостом. И сейчас выезжаем сразу на улицу Красина за, к Дворцу Спорта. И за Дворцом Спорта это проедем бывший авто, ну не бывший, а сейчас авторынок. И автовокзал. Очень удобный проезд. Вот мы видите, проехали около Дворца Спорта. Кстати говоря, здесь сделали стоянку наконец-то. А с левой стороны это вот авторынок. На территории авторынка вот поставили торговый комплекс. Видимо, планировалось, что авторынок переедет, наверное, в этот торговый комплекс. Ну, я так думал. Но почему-то сейчас существует и этот торговый комплекс, и авторынок. Может быть, пока еще не все переехали. Ну а мы едем с вами дальше на улице Красина. Редко эти улицы появляются у нас в видео, да, как я уже говорил, они
не центральные, но тем не менее очень удобные для проезда. Мы сокращаем большой путь. Вот сейчас мы с вами, да, проехали от бульвара Гагарина и вот до УК вокзала вот таким объездным путем, минуя все центральные улицы, светофоры, пробки и так далее. Вот выезжаем на Красина. Здесь вот поставили, тоже видите, такой Алмаркет, продукты новые. А вот это вот многоэтажное здание построили давно, уже лет 10 назад, если не больше. И так оно стоит незаселенное. Наверное, какое-то аварийное, что ли. И не сносят его, и не заселяют. Так оно и стоит недоделанное. Но вот мы по этой улице, раньше это были частный сектор, не столь проездная улица. Но как только сделали вот этот подмостовой проезд, здесь стало очень удобно проезжать. Очень большой поток, конечно. Здесь дорогу бы по-хорошему надо как-то делать. Расширять или набережную продлять. Вот если мы сейчас завернули налево с вами на улицу Красина, вот, по-хорошему было бы сделать, продлить набережную вдоль Ульбы и прямо с выходом на еще один вот этот мост через Ульбу в створе улиц Ворошилова, Мызы. Вот было бы шикарно, если бы туда дорога продлевалась. Но пока этого нет, мы ездим здесь. Вот мы с вами добрались до перекрестка с улицей Ворошилова или Шакарыма, проспект Шакарыма. Буквально в предыдущем видео у меня есть, как мы по нему проезжаем с проспекта Абая, сворачиваем на него там направо. Ну а здесь мы как раз тоже на него выезжаем и уже поедем на мост через Ульбу к улице Мызы. К улице Мызы. Вот такой вот путь. Получается, мы сократили и объехали все пробочки. С правой стороны у нас сейчас департамент внутренних дел областной. Уже здание они покрыли сайдингом новым, типа обновили. А впереди у нас, вон видится уже вот этот Аль-Шамали, торговый комплекс. И перекресток с улицей Мызы, Кабанбай, Протазанова, улица Протазанова, бывшая Красных Орлов. И налево объездная пойдет. В одном из комментариев меня просили сделать видео как раз вот от завода Эмиль, через эту объездную проехать. Обязательно проедем, обязательно сделаем. И все сразу, но постараюсь выполнить все ваши заявки. Вот этот перекресток. Проезжаем сразу через него. Вот с левой стороны Аль-Шамали, торговый комплекс. Дальше опять торговый комплекс. У меня было видео, кстати говоря, где-то в начале зимы еще, помните, все ободрано было это здание. Тогда только обдирали. Сейчас вот начали уже отделывать, видите. Опять же сайдингом утепляют, отделывают. А это вот перекресток с улицей Казахстан, бывшая улица Ушанова. И здесь тоже дальше там трамвайный парк с левой стороны. Здесь построили мегастрой. Это улица Мызы началась. Герой Советского Союза, Мызы. Она, вернее сказать, началась-то там, от перекрестка еще после моста. Она продолжается здесь. Это вот знаменитые в кавычках оптовки на улице Мызы. Здесь очень-очень много людей отоваривается. Конечно, очень все неудобно сделано, ужасно. Для машин ужасно, для людей ужасно. Тротуар узенький, машины все рядом. Это вот сейчас никого нет, потому что выходной день мы снимали. Все пусто, но в рабочие дни здесь не протолкнуться. Машины припаркованы, люди между машинами этими бродят. Какой-то ужас. 21 век, мы как будто в начале 90-х годов вот на этой улице Мызы, когда оптовки работают. Поэтому приближаемся к бывшему УК вокзалу. Все, он уже не УК вокзал, даже поменяли вывеску на нем. Теперь это автовокзал сделанный. То есть, как я понимаю, он больше не железнодорожный стал. На нем вывеска изменена. Здесь вот трамвай закруглялся. И мы сворачиваем с вами на улицу Гурова.
перехода и двинемся дальше. Улица Бурова. С правой стороны поликлиника будет на улице Бурова. Ну а более я даже не знаю, чем она примечательна, эта улица. Да, тоже красивая зеленая улица летом. Надеюсь, она такой и останется зеленой. Деревья не вырубят, как это у нас любят делать в последнее время. Но снег тут не очень хорошо чищен, как вы видите. На этой улице. А мы с вами приближаемся к перекрестку с бывшей улицей Пролетарской. Сейчас эта улица Кабанбая Батыра называется. Поэтому немножко блики от окна получаются. Блики, но решил я оставить это видео все-таки. Все равно видно более-менее. Вот он этот перекресток. Слева пожарная часть. Справа торговый комплекс. Опять же, в одном последнем моем видео у Чкаменогорска после митинга мы сюда свернули и проезжали уже по этой улице. Поэтому комментировать тут более уже нечего. На этом мы с вами будем прощаться. Напоминаю еще раз, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, всем здоровья и пока!